Вот такая у нас стиральная машина, и она отказалась стирать. То есть выбрали программу, все включено, нажимаем старт, и чудо не происходит. Вот так вот. Выбрали всю воду через фильтр. Фильтр у нас. О, вышли из розетки, постояло 5 минут. Замок открылся, все белье вытащили. Не делает ничего. Клацаем сюда. И ничего. Сюда. И ничего. Так что вскрытие покажет. Будем разбирать. Все, вытащил. Тяжело. Если есть возможность позвать соседа, выносите лучше с соседом. Потому что я тащил сам. Фух, это тяжело. Весит больше, чем моя жена. Так, раскручивается данный экземпляр вот здесь. Вот здесь одна заглушечка, с другой стороны вторая. Открутим. И попробуем снять вот эту половинку вот так назад. Еще может пару болтиков и посмотрим, чего у нас внутри. Вот так у нас раскрывается машинка сбоку. Но туда нам не надо, как оказалось. Вот у нас мотор. Вот щетка. Вот одна щетка. Вот вторая. И как я понимаю, по тому, как окислились дюралевые алюминиевые детали, было очень влажно. Потому что машинку перенесли в другое место. На щетках, не знаю, вам видно, да не видно. Сори за качество съемки. Есть конденсат. Почистим контакты. Подсушим вентилятором и посмотрим, потому что в ремонт отвезти может каждый. А интересно разобраться самому. Вон там у нас стоит якорь. Повторюсь, вот одна щетка. А вот вторая. Вот щетка. Вот. Контакт снял, чтобы вы видели вот этот вот проводок. А здесь еще надетый. Вот, видите, проводок идет зеленый и к щетке. И они покрыты конденсатом. Может, где-то контакт отошел. Сейчас проверим. Ломать не строить. Смотрим. Фу как. И пускай дует. Дует, дует, и чего-нибудь надует, дует, дует. Смотрим. Итак, чего можно сказать? Чистка всех контактов не дала ничего. Снял все фишки, все, к чему достал. Ничего. Чего сделал дальше? Взял вот такой вот дуйчик. Во. Вентилятор. Поставил вот, вот эту вот дырку снизу. И с переменным успехом он туда у меня дул 2 часа. Сейчас опять в очередной раз возьму машинку, затащу в ванну. Скажу очень много нецензурных слов, так как она тяжелая. Подключу воду, канализацию. Я такое уже делал 3 раза за последние 3 часа. И опять включу. Многие скажут, ты ненормальный, садомазохист, сломаешь, повези в ремонт. Нет. Мы не ищем легких путей. И попробуем.
Чего она скажет, если после такой сушки, так как она дует сюда, теплый воздух идет из-за барабана, должен достать и до мозгов. Если просушить и ничего не будет, тогда поедем в ремонт. Но если бы была неисправность в мозгах, не показывала бы табло и не выбиралось бы никакие режимы. А так все. Подозрение на то, что где-то чего-то от влаги или окислилось, или не работает, или что-то куда-то пробивает, недовключает. Ну, логика какая-то. Может, это, конечно, только моя больная фантазия. Но проверим. Если с этого чего-то выйдет, значит, видео выйдет в свет. Вот здесь стоит помпа. Я ее уже менял сам. В ремонте сказали 300 гривен, 1200 рублей. Да вы что? Сам поменял. И вот, я так понимаю, еще одна помпа. Но это то, что вода льется сверху, так сказать, на дверцу, чтобы уменьшить расход порошка. Это то, что откачивает. Разобрал, а та была полная песка. Хотя фильтр стоит и на водогоне, и в машинке, но как-то так. Она умерла. Поменял, и вуаля. Так что пробуем найти причину дальше. Итак, пробуем последний раз. Не знаю, какой это раз я уже затаскиваю. Четвертый, пятый. Задолбался. Итак, чудо, приди. Включилось. Закрылось. Ну, волшебная кнопка. Давай сделай это. Хо-хо. Работает. Ха-ха. Я это сделал. Все, бородатые мастера, теперь можете меня пинать, рассказывать, что так не делается, так нельзя. Мне все равно. Главное, работает. Итак, чего я могу вам сказать? Если мозги работают, значит какая-то механическая поломка. В нашем случае был конденсат. Значит, ищите сами, если руки оттуда растут. А так бы за ремонт, что захотели бы, то и взяли. Нарассказывали бы мне басен, то поломалось, то под замену, реле поменяли, половину машинки. А так работает. О, класс, 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 класс. Итак, всем спасибо за качественные съемки, извините, ночь. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, проходим мимо. Зато я это сделал сам. Подписывайтесь, будем дружить с семьями. Всем удачи!